да, вроде? А, нет, ни одного не спешит. Под хвостом не ходите, ё-моё, вы самоубийцы, что ли? Это что ли, делаю на фокус? Я тебе сделал. А, ну на камне лечится. Нормально, их не сделал. Ну ко мне сел. Ты что, дурак, что ли? На плане. У нас еще лодки резиновые с пулеметом есть, оказывается. Прикольно. Садись, не можешь садиться. Кто-то едет, летит или не летит? Ну, это да. Окей, все, полетел. У меня это я платно не полетал, ребят. Ты 20 минут по тетрадке летал? По морю вдоль береговой линии. А удочка какая? Ты что здесь? Все, смотрел. Минное поле только нас не завели. Оно на воздух работает? Конечно. Учтите, сейчас на все побегают, за задом, 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 задом. Только не посади на провода. На дом только не, не посади. Ой. Высадка. Беги быстрее. Во двор, прячемся во двор. Сейчас все прибегут сюда. Отличная посадка, просто конфеточка. Давай у меня кушак. Не, далеко так бить. Возле забора там, короче. Да, я видел, я вас спугнул уже. Нет, мы тоже сели, но мы с горы сели. Там уже люди обстреливают дикие. Сейчас к нам побегут, чувствую. Последний, ну долетает туда. Позевай, там как? Да, мы... да. Окей, там люди вокруг вас было дофига. Мы видели. Я тоже, они по мне стреляли. Паша, тут рядом, вот он, Лёва. Я видел, как они к вам бежали. Все, убил. Все, убил. А, вы туда сели? На сосед, посади его пушку на челпи. Наводятся. У нас ранены? Нет, ну ладно, убили, он куда бежал. Я знаю, я видел, как парень бежал. На горе кто бегает сегодня? Ну, мы там присели. Кажется, я сейчас повезу, как ты не представляешь, как. Человек тут. На горе враг сместился. От вас? На север бежит по хребту, от нас он получается ровно на... на запад. По хребту, он далеко от вас или нет? Паша, у нас тут враг. От нас на 290.
Около метра, 10 метров снял его. Убрал. Метку на себя поставил. Обстрел, меня обстреливают. Паша, смотрю слева от тебя. Там один. Ну я его убрал, и там еще один? Нет, нет, больше никого. Автобус где, автобус где? Ну там стрелял кто-то на меня. За слева выходил, и мне постреляли. Я с усадьбы, скорее всего. Да. По мне ГП сейчас 12, вот точнее фигачит. Ну свои. А чё так больно? Сейчас метку ладно поставлю, чтобы не убивали. Что, махнул живой? Тот на машине едет. Махно ранен, махно ранен. Твои стреляют, я понял. Махно, живой или тебя убили сейчас? Хули нет, махно выкинул. Ну окей, я слышал, куда его стреляли. Ну машине едет, враги что ли? Да. Ко мне. А, нет, там 113. Наверное, спидер или? Спидер сейчас с вами разговаривает, какой спидер может ехать? Это хрена, наверное, 113. Окей, тут лаг под моей горой, Пимон. Тут помп, что ж, да, враг под мамой. Ой, нет, не вариант. Это вообще какая-то жизнь. Ты смотри, он не помер еще. Я по нему тоже попал. По кому вы там, по-моему? По стойнику. А, включи, а стойнику? Я в него целую обойму выпустил. Паша, ты у меня раненый не спунишь. Нет, я убью этого. Короче, воздоника целую обойму за 12 дроби выпустил. Я не знаю, кто вон возле прайса. Труп лежит чуть дальше, севернее. Парень подошел ко мне и стоял, крутился на месте, и я был на 20 метров. Ну, че, поздравляю. Я слышу рядом выстрел, опыт, короче, рядом найти не могу. Ты стоишь ко мне спиной, а я такой смотрю, что-то крутится парень на месте. Я тебя даже не видел. Там, кстати, какой-то парень бегал по этой по зоне, прям в голову попал ему бегущему. Аляска, наверное, где полчаса сначала уже долету этого искал. Да, блин, там. А ты как, выстрелись так тихо там, за этим домиком последним. Тихо. Все пацаны залетел. Не, Спитер, там один вертолет полетал, а второй тебя вообще не видел. А, ну первый это я, понимаю, прям полетел, все по мне стреляли. Вот, а второй туда сел и такой... А, ты смотри, там поставили около автобуса, дом еще один, я понял. Так, я отходил, а что это будет за спецназ? Почему так резко? Не, реально, почему так резко? Почему так резко? Не ожидали. На следующем уровне. Вот теперь управляйся. Умер? Нет, это Аздоник. А, там Аздоник 2 принял, и Вествуда принял, понятно. По мне еще 112 стрелял, не знаю. Это я его принял, успел упасть, пока умирал. Аляска что-то слишком сделал, слишком нано умные. Не знаю. Да он там, да. Кого нужно забирать? Прайс, который сейчас будет сидеть, если снайперки всех убивать. У вас снайперка то есть у кого-нибудь? Вроде не было. Ну, у этого Каркадыча. А он забрал с тебя что ли? Ну, у меня была одна, и кого-то еще он взял, потому что с ней прибежал. Это снайперка? Ну, Кадыча, это ложка нормальная. Ну это штурмовальник, это вообще бетон. Это штука офигенная, не надо. Я не говорю, что она офигенная, но она не снайпер. Может хотел... Сейчас, короче, ты под выбор, короче, а звоник пойдет, убьет. Так, кто-то к Аздонику пришел? Каткад еще говорит, что ты включит. Аздоник такой очнется. Я дом смотрю, думаю, какой-то дом странный, надо зайти проверить. Забегаю в дом, там слышу, сбоку стреляют где-то.
Я еще быстрее забегаю. Забегаю в комнату. О, все. Вот. И такой, знаешь, такой же. Алин! Кто ко мне зашел с дробовиком, псих какой-то? Я. Сколько ты выдержал, потом еще пальнул в меня собакой. И не тух-тух-тух-тух, уже пятый патрон, дух-дух, у меня еще устрелил. Да, у меня такой же вопрос к тебе. Так, блин, знаешь, вначале я в тебя начал стрелять первым, начнем с этого. Ну все вопросы к тебе. Ветка на меня стоит, я не вопрос, знаю. Как они здесь так быстро? Что, как? Как они так быстро зашли? Вертолет прилетел. Вертолет прилетел, как мы его не слышали? Вообще, я не видел, что вертолет именно прилетел. Я только один вертолет видел, который на гору. Че, один прайс остался? Да, все, мы. Аляску он слишком делает, он ждет. Ну Аляска-то задача. Ой, мы его убили. Он сейчас будет убивать. Кажется, мат, это нет. Ну Прайс, он здесь сообразит, я ему перед смертью скаутил бы это. Я убил еще. Пизду в зону. Но он что-то не идет. Говоришь прямо как Хьюму. Да, это есть Хьюму. Откуда у них танк? Какой-то Ну, это Бэхэй. Причем на этой миске постоянно такая фигня. Ну, МС-13 выступает в плане быка там, да, и кто-нибудь доджит ее. Блин, по мне звоник и танком давили. Да блин, кочегур. Кочегур. Кочегур, блин. Вылетел с собак. Азлагор. Попадайся, кто стрелял, почему вы не хотят убить дальше? Я стрелял, он меня убил. Потеряли? Ну, блин, короче, там вас видно, как на полянке, я мог по вам всем стрелять. Так оптика ж у него. Ну да, у тебя тоже. Ну так я прицелился, уже поздно было. А я надеялся на тебя. Ждоник услышал. Да им нужно просто заплатить, они поймут, что им нужно как бы... А кого я первого сказать? Убил, который, ну... Залетел ко мне с снайперкой. А, они с Иванчиком теперь сидят, сейчас Иванчика снимут. Вас туда. Окей. А этот, там, им Прайс убить нужно или еще Аляску? Или не считается? Им надо наркотик. Все с наркотиком связано. Ну, тоже есть, но как бы до полного. Ну, сейчас время выйдет уже. Время выйдет. 15 минут я поставил. Так, 15 минут на наркотик. Ты на 15 минут поставил наркотик? Нахрена так долго? Да. Ну я-то думаю, что... 15 это на когда вообще все, ну это сделано, когда прям фу-фу. Снимут. Сняли Иванчик, все. Опа! Да в смысле, я же поднял. Да в смысле? В смысле поднял? Поднял, а чё, ты думаешь, анимация тоже меняется, когда ты поднимаешь ствол? Странно такое вообще. Поднял, как в фильмах думают, поднял такой и все. Азарт до сих пор возле этих. Мне Хуман сказал, подними их, тебя никто не убьет. Ну поднял. Нашел кому верить. Ну слушай, как и так? Вот одного один прайсик убивает, ничего бы. О! О, все. Вот а вы погнали. А у вас сидит, Аляска сидит. А он живой еще, да? Прайс. Да походу. Да конечно, он этим гемпишкой. Сколько надо выстрелов убить там? Да не, он, кстати, дамажный сейчас. 13 просто. Голов. У него эти сдохи. Он потерял, он забыл, где прайс был. Да вроде нет, вроде идет. Прайса попала всего одна. Да. И он упал. Одна? В руку причем. Угу. Ну, прайс ураненный бегал, нет? Может он подобьет Тайса. А, Прайс очнулся. Это 100% не тот дом. А Прайс очнулся. И сейчас еще его снимет, если он в окно лезет. Да, сейчас снимет он сейчас. Четыре. Да мне вообще непонятно, как куда убить. Он с горы, наверное, как всегда. Ой, ну, ой. Зачем гранату-то, ё? Давай, 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 давай. Ай, собака. Потом. А нет, кто? Кто? Непонятно. А Аляску. Ой, азарт добро куда. Азарт, да. А Прайс еще гранат прилетел. Кому сказал то, что на горе кто-то бегает? Это получается это Прайс перебежал. Это Прайс был, да. Ага.
Брось не перевяжется. Пусть стекает. У нее и ног нету. И рук. Вроде бы кровь есть на руках. Да. Я не понимаю, как он опоет. Где там Прайс находится? Мысль, я понял. Там дерево уже находится. Куда еще другу метать будет, как там прилетело, гранаты, стволы. Ой, от Прайса видно, кстати, кого бегают. Все, Зазоник напишет ему в стиме? Да уже написал, наверное. Ну, чего он ждет? Ждёт? Вот трясёт сильно. Все. Изи. Изи. Что, он истёк? Он попасть не может. Он истёк? Он еще живой. Да ему руки поди перебил. Давай, ты затащил им газом, убивай. Я сейчас сам побежит туда и... Что, она нормально? Убей его. Жестокость, водитель. Что происходит? Ну, это конвенция запрещена, не? А, кстати, он дым не в ту сторону, дым на него, дым на него. Я Азар такой в 300-й хап. И сейчас Азар ничего не видит в дыму. Чты. Все, убил. Все мимо. Я остался один Аляска. Может там типа сказать Аляске, что типа Аляска это типа. Мертв. Да можно уже рубать, да. Он, ну да, ничего не делает. Тут надо вырубать. Ну пишите Аляске, типа, от Аляски в атаку. Если не додумаются, то. Аля как? Аля как? Аля как? Аля как? Аля как? Пошел. Улетает закат. Так и все. И валим отсюда. Вертолет так не помогло в годах фильме. Давайте мне на поле позалетит. Это будет лучше. Кстати, напомню, таранить нельзя. Так просто. Ну, сейчас обветку сломает мотор, и можно будет... Не, ну блин, если он сейчас эпично потаранит, не знаю, я бы за это даже не понял. Ну что, он это последний. А, сейчас не... тебя, он ничего не сделает. Как он стреляет? А, все, понятно. Вот ты. А у него оружия нет. У него кольт должен быть. Убежал. Че, он сейчас пробьет? Паша, ты ж переделал миску с другое снаряжение, да? Нет. Я вообще, по-моему, не трогал. А какую миску ты переделал под снаряжение? А, все, вспомнил. И зачем он бежит? Потому что он... Может, он шахиду там поставил, типа... Аллах Акбар. Назад, что Азад делал? Странный парень. У Азад странный... решил взять золотой калаш, я понял. Золотый. Я тоже взял золотой калаш. Ой, Тимон его увидел. Кахума ничего не сделал. Ай, пуля попала. Прям ранила коня. А вторая пуля. Воу. Быстро вы. Тебе надо было всего лишь автобус взорвать.